Центр избирком опубликовал новые рекомендации по голосованию за поправки Конституции. Он оставил возможность использования площадок на открытом воздухе, но только если обычные помещения не соответствуют нормам. Также всем участникам голосования будут выдавать одноразовую маску, перчатки и индивидуальную ручку. На входе обязательно измерять температуру бесконтактным термометром. В помещении должны нанести разметку для соблюдения дистанции. Время пребывания на участке не более 15 минут. Запрещены рукопожатия, прием пищи и напитков, за исключением воды.